Вода – это жизнь, особенно для тех, кто только-только начинает покорять эту стихию. Ежегодно Абаканская школа плавания проводит турнир «Золотая рыбка». И вот в очередной раз на старте дети в возрасте от 10 до 12 лет. Первыми выступают мальчишки. Они соревнуются в разных стилях плавания – от браса до кроля. Главная задача юных спортсменов – преодолеть 100-метровую дистанцию за самое короткое время. Мальчишки не скрывают волнения. Для некоторых это первые соревнования, и приплыть последними явно не хочется никому. Глядя на табло с результатами, расстраиваются и ругают сами себя, мол, мог бы и лучше. Тренеры ребят успокаивают и подбадривают, ведь серьезные успехи в этом виде спорта еще впереди. Поэтому и победа, и поражение идет в спортивную копилку. Готовился, хотел вот занять первое место на стубате, но чуть-чуть не получилось. Меня дисквалифицировали. Я на конце, у меня были ноги кроль, поэтому и дисквалифицировали. Вот. Буду больше тренироваться и не буду так больше делать. Ну, я просто, просто тренировался. Поначалу, просто не очень было. Планы у мальчишек одинаковые – получить спортивный разряд и стать кандидатом в мастера спорта по плаванию. Конечно, говорить о столь высоких достижениях пока рано, однако именно участие в «Золотой рыбке» – первый шаг на пути к серьезным победам. Именно с этих соревнований начинали когда-то те, кто сейчас в своем деле лучшие. Я приплыл третьим в своем заплыве. Мне сказали, что я занял третье место. Я обрадовался. Дома я тренировался, стоял в планке, отжимался. На тренировке я плавал более усерднее, старался плавать своим стилем на спине более, сильнее. Я хочу стать чемпионом, и эти победы нужны, чтобы у тебя была мотивация потом на успех. Я долго готовился. Ожидаю, что какое-нибудь место заполучу. Пока что в первом заплыве самый первый проплыл. А зачем тебе эти соревнования нужны вообще? Чтоб разряд какой-нибудь получить. А он для чего? Чтобы стать мастером спорта. Хорошее впечатление, нормальный настрой. Первое место хочу. Что будешь делать, чтобы его получить? Все, на все готов. Готов проплыть 50 метров, не дыша. Но хочу получить мастер спорта. Ксения Майер, Александр Кожевников. Новости.